Привет, народ. 29 сентября 2024 года. Голуби. Сезон закончился, разведение наших красавчиков, летунов, игрунов. Идет полным ходом линька. За весь сезон я не потерял ни одного голубя, ни одного. Все, что пискуны выходили, все это здесь, никуда не делось. Ни один ястреб никого не забрал. Все на месте. Половина уже себя показали. Кто летает, играет, они уже закрыты в племенном отсеке. Смотрите, какая жесткая линька. Прям перьев нету, куча. Вот сейчас я покажу, что эта голубка делает, творит. Вот смотрите, вот она голубка. Вся в перьях. Линька это своего рода тоже болезнь. Но я гоняю голубей. Самцов у меня очень мало. Вся птица, которая закрыта, вот, например, из 40 штук, из 40 пискунов, которых я в этом году взял, отобрал я всего лишь 10. Вот этого я тоже самца уберу. Он себя показывает неплохо, мы его сейчас шугнем. Вот. Его младшая сестренка, его одногнездка, уже давным-давно закрыта. Вот, есть видео в Ютубе, как она играет. Он играет тоже очень хорошо. Но не так, поэтому он до сих пор летает. Так что вот одна у меня черноносая, которую я чужачку поймал. Вот она. Она летает ничуть не хуже турков. Самое мало, они у меня летают час. Это вот с утра. Ну вот после обеда, может быть, и они поменьше могут летать, потому что или темнеет реально, или погода. Ну и плюс еще линька. Сумасшедшая линька сейчас идет у них. Давайте сейчас мы их шугнем. Выборочно. Всех не буду шугать, потому что всю стаю смысла нету гонять. Утром они у меня полетали. Сейчас выберем те, кто показывает. Вот эта голубочка тоже молодая вообще, но уже тянет столбы. Сейчас штуки 4-5 выберем и шугнем. Пойдем потом в племенной отсек, там покажу тех. Голуби. Хотел выпустить с крыши, шугнуть их. Но они сразу ушли вверх. Не сели даже на крышу. Так, время, давайте посмотрим. Засекем 6 штук. Шугнул я. Погода, ветер, холодно. Утром немного снежинки даже пробрасывали. Ну, погода такая, нелетное время. 14.50. Блять, видно, нет? Короче, наверное, видно. Короче, 3 часа, да? Давайте 3 часа и посмотрим, во сколько они сядут. Так, вот он, племенной отсек. Вот эту я уже закрыл. Вот эту тасманку закрыл. Это чилишка купленная. Так. Так, вот этого белого закрыл. Белая голубка, белого самца, сизачка, вот это шоколадная, мраморная, ну остальное все это, которое покупное. Давайте сейчас посмотрим то, что я закрыл. Сейчас, ну-ка, сейчас хочу показать вам, вот, например, вот эту, ну, видите, что? Она под потолком стоит. Ну-ка. Она прям под потолком бьет. Ну-ка. Ладно. Так как здесь не пошугаешь, хоть вольер большой. Когда они слетают кормушки, вот. То, что я закрываю, их всех тянет вот сюда, к потолку. Всех их тянет. То, что вот мое закрытое, они все показывают вообще красоту. Вот сизачка вот эта, которая на видео я много раз снимал, что она вытворяет, очень красиво.
Так что вот, вот это сейчас у меня закрыто племенотек. Две челишки. Блин, очень красивые. Вот эта голубочка. Самцов я их не убрал. Но мне они не понравились. Вот она, смотрите, какая красавица. А этих двух оставил, может быть, день что-нибудь попадется хорошее. Вот очень мне они нравятся. Так что вот так, ладно. Время уже, наверное, полчаса прошло, как они полетали. А, минералка у голубей. Это соль. Видите, как они лижут? Это все от голубей. Вот они вот лижут с весны месяца. А вот этот, который фильминцен, это откос остался. Тот прям целый здесь стоял. Вот этот откос я сюда поставил его. Его я не знаю, но он тоже должен лизать. Это два как их, извести старых. Здесь галька крупная, мелкая. Решенный песок, короче. Здесь у меня рябушка, минералка. Мел кормовой, глина. Такая минеральная смесь. Ну, еще то все добавляю. Ракушка, ракушка, наверное, под рябушку. Короче, надо рякушку еще отдельно поставить им. Вот такой плен. Здесь светло, тепло и сухо. Бывшая теплица. Верх закрыл шифером, но утеплил этим, как его, картоном. И сверху закрыл шифером. Все. Лето было жаркое. Замечательно они себя здесь чувствовали. Сколько яиц, столько пескунов, все выживали, ну, все выживали, все, короче, отлично, от погоды ничего не зависело, выводилось все шикарно. Сейчас несут яйца, но я их тоже убираю, уже все, сезон племенной закончен. Еще сюда вот эти, которые 6 штук летает. Вот это очень хорошая пара будет. Вот этот самец, это он тоже закрытый. И вот эти зачка, молодец. Очень хорошая пара будет. Я еще думал, их надо споровать, они сами споровались. Умницы. Вот это уже мои выводные. Блин, забыл, что хотел сказать. Ну, короче, яйца то, что уже несут, я их выкидываю. Ну, пока голубей не, самцов отделять не будут, пускай вот так все вместе и живут. Ладно, пойдемте сейчас смотреть летунов наших. Так, время полчаса прошло. А где вы? Вот они. Вот это вы. Вот это ихняя высота. Раз, два, три, четыре, пять. А, ну, шестой вон. Пошли на посадку. Вот они садятся. Да, арабка не та, совсем не та. Вот здесь, кроме мраморной, которая сейчас села, этих арабку я перепутал. Вот на седачок. Ого, у него что-то кровь. А, блин. Бедолага, он себе крылья расшиб. А. У него вон кровище, смотрите. Хватит. У него из дудок кровь идет. Где ты? Ну все. Ну вот сели они, знаете, легко, вообще легко сели. Так, конечно, они пока. Вот 40 минут, ровно 40 минут. Да отойди ты. Блин, сейчас нажму. Арабку я не ту шугнул. Да ты че? 15.41. 15.00 мы их шугнули. Так что с арабкой я перепутал, она бы еще полетала бы. Это
Вот здесь вот эта мраморная очень красиво играет. Эту я просто так наугад вот эту тасманку шугнул. Вот эта шоколадная, она очень красиво тоже заходит, садится. Но сейчас она села вообще легко. Ну и вот этот язычок бедный, а. У него крылья раздолбанные прям. Сейчас зайдет, посмотрим крылья. Видимо, последние перья стали линять, и он их просто разбил, отыграл. Да, вот она. Вот ее. Закрутила, завертела. Сейчас еще белые взлетели. Короче. Два арапа здесь и два белых. Так. Посмотрим, сколько они отлетают. Ладно, это просто чисто. Вот, белый, видите, что делает. Блин, я не в камеру смотрю, а в этот. Не знаю, даже снял я, нет. Вот белый, смотри. Трещат, аж здесь слышно. Они все хорошие. Ну вот, все вот, видите, все играют, летают. Но есть лучшие. Вон белый, видите, двое стоят. Где-то я тебя не вижу. Ну-ка посмотрим, сколько они отлетают. Эти не хотят летать. Что-то вообще даже 5 минут не отлетали, пошли на посадку. Вот она, арабка, смотрите, что делает. Вот она, красавица. Я надеюсь, видно. Нифига, я что-то в камеру не вижу их. Вон белый вот садится, смотрите, сейчас посмотрим ну-ка, посадку их. Не полетели, ну ладно, не буду шугать, не знаю, почему не полетели. Туда не надо садиться. Только на крышу. Да. Все, они вообще ни о чем не отлетали. Считай, шугнул, сразу съели. Вот эта арабка, смотрите, сейчас мы ее подождем немного. Если бы стая шугнул, стая бы все равно как минимум минут 40, вот как эти сейчас съели, вот они бы так бы тоже пролетали бы, стая бы летала бы минут 40. Гасили. А что над нами? Вот три орла. Ну-ка, где вы там? Блин, я не вижу их. Но они вот они в камеру, я их не вижу. Вон они летают. Пролет идет, идет пролет у всех хищников. Надеюсь, их видно. Ну-ка, вот это пятно. Короче, ладно. Летаю второй. Вот она красота. Давай. Повторно. Вот видите, какая красавица это будет. Вот таких я и закрываю. Вот,
У меня уже садится камера. Она уже одна летает полчаса. Ну, смотрите, уже стемнело. Где там телефон, блядь? Короче, ладно, сейчас пока батарейка. Вот заход, смотрите. Смотрите, как заход. Мимо прошла. Сейчас, если батарейка не снимет, поснимаю еще дальше. Если батарейка не сядет. Ну, давай, заход, заход. Сейчас вот он, заход. Сейчас частые заходы стали. Сейчас, может, сядет. Вот это арабка у меня творит. Как вот такую голубку не закрыть? О, нихера, самолет падает, что ли? Вон, смотрите, видели? Ебать. Самолет упал, что ли? Или пике? Ну-ка, сейчас взрыва не будет. А, нет, вон пике. Смотри, что он вытворяет. Это он, видимо, смотрит, как моя арабка. Вверх. Это они там чудят. Как будто падает и вверх резко идет. Вот он идет сюда, этот самолет. Красавцы. Нифига вытворяет. Вот она, арабка моя, здесь летит домой. О, опять падает. Короче, она там тренируется, оказывается. Фу, я думал, самолет падает, садись, хорошая, садись уже. Время уже час, как она в небе. Ровно час, без 24 я шугал, время без 25 уже. Она сесть не может, вот она, заход сейчас подойдет. Уже вон Пискунов шугнул, не знает откуда зайти. Смотрите, как красиво. Лучи через тучи пробиваются. Вот она заходит. Ну, блин, неправильно зашла. Сейчас посадку хочу показать вам, как она сядет. Самому интересно, как она сядет. Не всегда видишь просто. Не всегда ждешь, но они каким-то образом же садятся. Не успел я снять ее. Сейчас 17:05. Час 20 отлетал. Вот эта красавица. Ну, она достойна племенного отсека. Всех я убирал именно вот таких. Вот только села, я за камерой побежал, она уже, ну, только вот села, не успел снять. Вот такие у нее красивые заходы, подходы. Час 20 она лично одна отлетала. Вот эта красавица. Ее убираем в племенной отсек, все. Не будем играть судьбой. Ну все, спасибо за просмотр. Всем пока, обязательно скоро увидимся. Ну вот она, эта голубочка. Сюда попадают только вот такие, только такие. Другим сюда дороги нету. Иди, покушай. Вот она. Все, привыкай. Осваивайся, потом мы тебе голубка подберем. О, синицы залетели, заразы. Синицы начали летать, здесь их очень много, я не знаю, они снизу идут. Сейчас надо окно приоткрыть, чтобы они нафиг, их штук 5 летают здесь. Теперь всего пока, народ. Вот такие будут у нас оставаться то ли на племя. Все, что я закрывал, все именно вот такое. Ладно, увидимся скоро. Ну вот, смотрите, голубка села, и через 20 минут пошел снег. Первый снег. 29 сентября 2024 года. Белая муха первая пошла. Все, зима, вот она. Зима уже наступает на пятки. Нюша, Нюшенька, Нюшенька. Это хулиганка. Нюша дерзкая.
и боится. Снег у нас, короче. Скоро будут пейзажи зимние. Пока вот осенние, красиво, скоро будет все белое.